Всем привет, меня зовут Ольга, добро пожаловать на мой YouTube-канал. Вообще-то сегодня я не планировала ходить по магазинам, а шла на маникюр, но тут у меня появилось свободное время, и я решила зайти в Zara и сделать для вас небольшой обзор. Так как сейчас уже преддверие новогодних праздников, надо уже присмотреть какие-то наряды, определиться с тем, в чем мы будем встречать Новый год. Вот у нас уже тоже потихоньку украшают улицы. Посмотрите, повесили гирлянды, но они еще пока не горят, но уже висят и ждут своего часа. Ну и я предлагаю первым делом посмотреть бижутерию. Это классная коллекция для того, чтобы дополнить свои праздничные образы. Вот эти серьги стоят 13 евро. Посмотрите, какая красота. Я обратила на них внимание еще на сайте. В комплект к серьгам можно купить еще вот такой браслет из страз. Цена его 26 евро. Я обожаю аксессуары такого плана. Они сразу привнесут в наряд торжественность и супернарядность. Шикарное колье. Посмотрите, как оно переливается. Вот даже сейчас на него падают блики. И посмотрите, как оно блестит. Оно стоит 23 евро. В этом сезоне Zara, конечно, постаралась сделать нам такие праздничные аксессуары. А вот посмотрите еще какое колье, тоже из мелких страз, которые висят такими ниточками. Тоже как переливается, блестит. Цена его 30 евро. Можно надеть даже обычную белую рубашку, добавить такие аксессуары и просто будет супер. А это, посмотрите, прям колье-воротник на открытое декольте. 40 евро его стоимость. Очень красиво. Я даже не знаю, что мне нравится больше. Мне нравится все. Броши. Уже, по-моему, второй год, как броши вошли в нашу моду. Цена ее 16 евро. Эта брошь очень красивая. А это прям какой-то эполет. Ну, только, конечно, его вешать не на плечо, хотя кто знает. Цена 16 евро. Это браслет. Браслет в виде ремня, тоже из страз. Цена 26 евро. Красота. Еще есть аксессуары в золотом цвете, тоже очень красивые серьги. Цена их 13 евро. Если золото вам подходит больше, то можно присмотреться. И еще мне понравились вот эти вот симпатичные сережки. Цена их 10 евро. Красиво смотрится. Ну а это украшение можно использовать на каждый день. Мне нравится эта жемчужная ниточка. Выглядит это украшение элегантно и стильно. Цена 13 евро. Мне кажется, есть на что обратить внимание. Но сейчас я уже нахожусь в примерочной. Мой образ дня. Джемпер Louis Vuitton. Брюки российского бренда Молис и казаки Zara. Ну вот так вот я выгляжу сегодня. Ну и первую вещь, которую я взяла на примерку, это платье. Вы знаете, здесь оно немножко как-то выглядит, цвет его разбеленный, но на самом деле оно очень красивого зеленого цвета, такого изумрудного, прям насыщенного. К сожалению, камера не передает. Понравилось мне это платье, красивые пуговицы на манжетах, закрытая линия декольте, на плече драпировка. И здесь, посмотрите, такой запах, который расходится внизу и красиво показывает ногу. Примеряю я его с ботинками, ботинки из сеточки. Тоже для вечерних образов очень хороший вариант. Заместо туфель. Посмотрите, как смотрится. Ну, опять же, если вам не надоел зеленый цвет, то можно обратить внимание на это платье. Сидит, на мой взгляд, оно очень хорошо. Его можно надеть на Новый год. Сзади у него разрез на всю спину. Поэтому как бы нужно думать, что делать с бельем. Но если вы себе позволяете носить вещи без бюстгальтера, то проблемы такой не стоит. Платье, конечно, смотрится красиво. И его, опять же, можно использовать в любое время года, и летом можно надевать.
с босоножками. И мне кажется, уровень его торжественности можно регулировать аксессуарами. Я примеряю его в размере S, цена его 40 евро. И состав 97% полиэстера, 3 эластана. Но знаете, оно не противный полиэстер. И вот эти ботиночки из сетки. Ну, сетка довольно плотная, надежная. Замочек сзади у них. Высота каблука 9 сантиметров. Я их примеряю размер, мой 39-й. Это полиуретан. Цена их 50 евро. Я думаю, что такие ботинки хорошо дополняют нарядные образы. Мне нравятся такие варианты. Следующий — это костюм. Костюм в пижамном стиле. На рубашке и брюках имеется вышивка, которая расшита еще и пайетками добавлена. Вот, посмотрите, как смотрится вблизи. Красиво. Цвет такой серовато-черный, наверное, графитовый, правильно сказать. На одной стороне груди накладной карман. Брюки имеют резинку и затягиваются кулиской. Есть карман. Я примеряю все в размере S, но можно попробовать было и на размер больше. Все это продается, конечно, отдельно, но я бы брала бы все вместе. Так что можно носить и отдельно рубашку, и брюки, а костюм вместе смотрится очень даже нарядно. Я примеряю его с теми же ботинками на 9-сантиметровом каблуке. Обратите внимание на длину брюк. Мой рост 167 сантиметров. Так что если вы девочка повыше, то они будут коротковаты, либо надо использовать обувь на плоском ходу. Хотя сюда еще классно подойдут остроносые туфли на низком каблуке. Сейчас они тоже очень модные, так что без проблем можно найти такой вариант. Также еще можно рубашку полностью расстегнуть и под низ надеть топ. Тоже будет очень красиво. Цена рубашки 50 евро. Также можно носить и в летнее время. 100% вискоза. То есть этот костюм такой всесезонный. И цена брюк тоже 50 евро. И вот эти брюки я решила примерить с обычным свитером, с высокой горловиной. Горловина у этого свитера очень высокая, кстати, и очень такая толстая, плотная. Такой способ можно использовать, если вы хотите уменьшить градус нарядности. Тоже на ногах у меня те же самые ботильоны на каблуке. На мой взгляд, так смотрится очень хорошо. Так даже можно пойти вечером в ресторан, встретиться там с подружками. И нарядно, и в то же время не слишком вычурно. И теперь я заменила брюки на юбку. Юбка в пайетках вся, блестящая. И опять же, видите, с этим свитером уже как-то выглядит поспокойнее. Кстати, в юбке не подклад, а шортики. Сбоку имеется разрез. А на ногах в этот раз у меня туфли атласные, черные, очень красиво смотрится, классическая модель, тоненькая шпилечка. И вот такой образ можно добавить, в этот образ можно добавить какие-то вот именно те аксессуары, которые я показывала, либо колье, либо серьги, будет шикарно, на мой взгляд, смотреться. В то же время очень современно и трендово. И такой образ, я думаю, можно использовать для похода на корпоратив, например, и каких-нибудь других зимних мероприятий. И тепло, и нарядно. Цена юбки 40 евро, это 100% полиэстер. Цена свитера 50 евро, это 100% шерсть, и он очень теплый, я думаю, будет. Туфельки. Красивая классическая модель, высота каблука 9,5 сантиметров. Я примеряю их в своем размере 39-м, очень удобные и очень универсальные, подойдут под огромное количество образов, цена их 30 евро, это полиуретан, а ткань полиэстер. Я думаю, можно обратить внимание, если не хотите особо тратиться, покупать дорогую обувь, то это хороший вариант. Очень мне понравилось вот это пальто. Даже это не пальто, а кардиган. Он из плотного вязаного трикотажа, без подклада. Вы знаете, мне этот кардиган напоминает мой кардиган от Ив Сен Лорана. Вот прям вот один в один, и расцветка, и вязка. Единственное, что тут по колено и на пуговицах. Ну, на мой взгляд, очень шикарное пальто. И я думаю, что оно будет очень теплое за счет своей плотности.
И, в принципе, меня особо не напрягает, что нет пуговиц, потому что обычно я предпочитаю не застегивать вещи, тем более, что это кардиган, подразумевает, что это не зимой его носить. Леопард сейчас очень моден, но вообще леопард – это классика. Я его примеряю в размере М, цена 130 евро. А состав 54% акрила, 24% нейлона, 15% альпаки, 6% шерсть и 1% эластана. Еще мне очень понравилось вот это пальто в красивую расцветку, елочка. Рукав немного расклешенный и имеет такой широкий манжет. Пальто двубортное, застегивается на одну пуговицу. Имеются карманы под клапаном, которые надо расшить. Пальто на подкладе тоже, знаете, производит впечатление очень теплого пальто. Сзади нету ни разреза, ни шлицы. Широкий воротник очень красиво смотрится. Я примеряю его в размере XSS. То есть тут два размера, XSS и ML. Так что, видите, XSS вполне хорошо смотрится. И мне нравится расцветка. Елочка всегда придает какую-то благородность вещи, более поднимает ее на более высокий уровень по цене. На мой взгляд, это пальто выглядит дороже, чем оно стоит. А его стоимость 100 евро. Чаще всего в Zara пальто выглядит довольно-таки дешево, из не очень хорошей ткани. И его состав полиэстер и акрил. Ну, видимо, поэтому такая низкая цена, из-за того, что это сплошная синтетика. Еще мне понравился вот этот блейзер, двубортный, принт гусиная лапка. Хорошо структурирован, очень хорошо держит форму на подкладе. Хорошая линия плеча. Я примеряю его в размере М. У блейзера неплохой состав. Если ищете что-то подобное, то можно присмотреться к этому варианту. Принт гусиная лапка сейчас в тренде. Он хорошо вписывается в гардероб. Его легко встраивать в образы. Мне кажется, неплохо смотрится с джинсами. Хорошо комбинируется с другими цветами. И мне нравится, что здесь нет черно-белого контраста, а такой размытый контраст, сероватый у лапки. Цена этого жакета 50 евро и состав 56% хлопка, 6% шерсти, остальное синтетика. Сейчас на мне стеганое пальто. Такое пальто есть еще в черном цвете, и нам обещают, что оно водонепроницаемое. Капюшон у него отстегивается, а если его не отстегивать, то нужно носить вот так вот застегнутым, как у меня сейчас. Иначе, если его расстегнуть, он как-то очень странно начинает топорщиться. Но мне кажется, это пальто не очень теплое. Хотя, возможно, я ошибаюсь, потому что стеганые вещи в основном всегда теплые. Смотрится оно, на мой взгляд, очень современно. Выглядит неплохо. И цвет мне вот этот нравится. Его цена 60 евро. Примеряю я его в размере М. Состав полиэстер. Еще взяла примерить вот такую курточку Тедди. Хорошо, она сейчас вписывается в мой образ. Не всегда вещи такого плана выглядят хорошо. Чаще всего они выглядят очень дешево, но вот эта курточка смотрится неплохо. Она без подклада, с обратной стороны у нее такое качество искусственной дубленки. Она с накладными карманами, застегивается на молнию. Я примеряю ее в размере S, но все-таки она мне маловато, хочется на размер больше, а может быть даже и на 2. Цена этой куртки 50 евро. Состав 11% шерсти, 89% полиэстера. Еще мне понравился вот этот блейзер коричневого цвета. Он на подкладе, однобортный, по бокам карманы, прикрытые клапанами. На локтях накладки коричневого цвета. Такая модель очень хорошо подойдет с джинсами, с казаками. Особенно если надеть джинсы классического фасона и классической расцветки. Будет смотреться здорово. Этот блейзер также хорошо структурирован и хорошо держит форму. Мне кажется, этот жакет достаточно классическая модель. И мне, во всяком случае, он напоминает стиль Селин. Примеряю я его в размере М. И думаю, что ни больше, ни меньше брать не нужно. Его стоимость 70 евро. У него широкий размерный ряд от XS до 2XL. Подклад у него вискоза 100%, а состав самой ткани жакета 60% шерсти, остальное синтетика. Куртка дубленка искусственная, на мой взгляд, знаете, смотрится очень даже прилично. Не совсем не дешево, все детали, вся фурнитура выглядит достойно. Очень мягенькая, приятная. Ну, конечно, она не теплая, она не годится на холодные зимы. Ну а так помодничать весной или осенью
Вполне достойный вариант. И если кто еще не знает, сейчас Zara скидка на некоторые товары до 40%. Я примеряю ее в размере S, но можно было бы взять и размер M. Стоимость этой куртки 90 евро. У меня была подобная куртка из Zara, но, знаете, носилась хорошо, не обтерлась, не облезла. Я ее даже потом отдала своей родственнице, она носила с удовольствием. Это стопроцентный полиэстер, и тут нас предупреждают, что вещь может краситься. На этом я заканчиваю свое видео. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч в новом видео. Всем пока!